Добрый день, друзья, дорогие зрители. Я сегодня опять на работе. Нахожусь опять на Тамане. Погода на Тамане замечательная, плюсовая стоит. Пока здесь 2-3 градуса плюса. Вот. А вот дома супруга мне прислала видео, что уже выпал даже снежок небольшой. Ну, по крайней мере, мне пока еще не верится, что скоро Новый год. Накануне будет, что уже 18 число, 19 где-то уже, даже, честно сказать, не знаю. Да, завтра 19, сегодня 18. И я хочу сказать, что у нас 20 числа, в воскресенье, в 3 часа, это в 15 часов по московскому времени, будет розыгрыш призов. Будем разыгрывать новогодний приз. Так что все, кто внимательно смотрит наши ролики, то может выиграть. Это будет второй уже розыгрыш у нас на канале. Всем удачи. Если я буду дома, прямой эфир будем вести мы с Галей из дома. Если я буду на работе, то придется мне с работы вести прямой эфир и разыгрывать приз. Но постараюсь все равно, чтобы розыгрыш состоялся. На работе я буду, либо дома. Если буду на работе, я где-нибудь остановлюсь на трассе, на обочине, на стояночке и запущу стрим. Вот. Ну а сейчас смотрите, какая у нас погода и какие он, как Галя занимается по хозяйству. Ну, так, все понемножку. Всем пока-пока. Вот, приехал на Тамань. Вот это все, люди стоят на регистрацию. Вот представьте, я простоял 2 часа на регистрацию в очередь, чтобы только сдать документы. Но машин там вообще несчитанное количество стоит. На выгрузке это где-то около 200 машин, потому что 20 рядов стоит. Почти все ряды полные, в каждом ряду почти по 20 машин. Вот так вот и работаем. Вот такое сегодня у нас зимнее утро. Подсыпало немножко снежку. Ну, совсем-совсем немножко. На улице где-то 0 градусов. Вот все в снегу, все зимы там в снегу. Ну, хоть немножко смочит. Андрюша сейчас проснется, обрадуется. Все ждет снега, ребенок, а снега все нет и нет. Вот немножко нам сыпнуло, растирало. Вот все в снегу висит. Тут у меня укрыт кустик инжира. Вот таким образом в этом раз его завалило. Засыпала сухими листьями. И сверху закрыла баннером. Обложила все кирпичами. Чтобы уж наверняка не замерз. Там несколько веточек. В прошлом году закрыла как-то не так. И все равно немножко прихватило. Вот все у нас в снегу. Ожидаются опять морозы небольшие. До минус 7, минус 8 ночами. И днем до 0, минус 2. Так что будем мерзнуть. Наш охранник. Самый главный. Да, прямо у калитки вас будет встречать. Васик наш, Васик. Сербос. Так, все, закрываю. Друзья просили снять фасад нашего дома спереду. Вот что вот у нас тут. Здесь растет акация. Но акация, она не на нашей территории. Одна вот спиленная на нашей, вторая на соседской. Дальше идут у нас тут две вишни. Нужно тут еще ветки тоже подрезать.
Вот забор длиной, фасад 54 метра. Это кухня. Возле кухни здесь у колодца растет молодая вишня. Это у нас шелковица. Обрубленные все спиленные акации. Это абрикосином. Это опять же акация. Вот ее тоже нужно спилить. На Фаня там кричит. Вот спиленные, видно, тоже акации. Одна была акация, другая какое-то другое дерево, не акация. Там вот все акации. Тут у нас угрожающая табличка. Но собака без цепи у нас бегает одна. Но она бегает не в этом дворе. Это у нас потому что хоздвор. Здесь бегают только другие животинки. Вот, петухи поют. На Фаня поет, поет и мило подпевает. Привет, красота. На Фаня хочет к Милошке, хочет. Мальчик, и Галя не пускает тебя, не пускает. Ох, он такой на Фаня, хочет, хочет. Раздеретесь опять. О, банда вся прибежала. Вся банда бежит. Ой, бегут, бегут, бегут. Ну чего, чего? Все чего-то хотят, все вкусняшек ждут. Ой, вы мои лапушки-то. Все прибежали, малышки мои. Вы же накормленные. Вот Андрюша тут у нас уже походил, похулиганил. Да, бумажек накидал. Зоренька пришла тут. Красавица моя. Ты моя Зоренька. Ласточки вы мои. Вот, все куриное царство высыпало. Ах, кукарешка-то, ах, кукарешка. Вот ночка очень красивая. Шикарная девица. Вот они с Зоренькой из одного помета. И с кружавчиком. Пойдемте посмотрим, что там у вас. Пойдемте-ка, ребятки. Чего там у вас? Яички дали? Кружавчик, как у тебя дела, сынок? Как дела у моего сыночка? Ну, мой-то хороший. Поправился? Поправился, любимчик мой. Вот засранка. Чё ты меня кусаешь? Вот эта Матильда вот. Вот такая наглая. Что ты меня укусила-то? Бессовестная. Ну, привет. Ну, привет. И всем надо клюнуть. Одна клюнула, и всем надо. Ох вы. Вот, два яичка было с утра, вот еще вот лежат три. Вот какие молодцы-то, умницы. Вы мои умницы. Ну что, все очухались? Птички, как видно, активные довольно такие, поправляются, но все-таки держу руку на пульсе, потому что некоторые, вот, голубушка, например, что-то сегодня свалилось. Все-таки некоторые мне не внушают доверия. Надо их наблюдать. Пропаивать еще чем-то. Сейчас витаминки разведу, тебе напою. Маленькая. Все, 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 пойдемте. Пойдемте, сейчас принесу чего-нибудь. Ничего не принесла. Люся начинает от злости всех лупить.
Кружавчик, слава богу, у меня поправился, что очень радует. Да, Зоренька, да, девочка, да, сейчас принесу чего-нибудь, сейчас вкусняшек дам. Тут как дела? Ну, тут она вот опять лежит чего-то, никакая, спит. Остальные вроде как, слава богу. Ну все, все, пойдемте, пойдемте. Пойдемте, красавицы мои, пойдемте. Сейчас принесу вкусняшек, сейчас принесу. Вот какие вот. Будут бегать по пятам, пока что-нибудь им не дашь. Спасибо.